Здравствуйте, меня зовут Оксана Александровна, и я учительница математики в школе Белим-Кана. Мы начали проект Study Friend, и сегодня мы займемся повторением. Сегодня мы вспомним, как вы в 4 классе учились умножать, делить, складывать и вычитать в столбик. Поехали! Итак, ребята, сегодня я напомню вам алгоритм деления. Для этого мы возьмем очень простой пример. Мы возьмем 288 и разделим на 24 в столбик. Запишем. 288. Рядом нарисуем всем знакомый уголок. Внутрь уголка поставим делитель. Здесь у нас будет частное внизу. Для этого нам возьмем первую цифру. 2 на 24 не делится, потому что 2 меньше, чем 24. Берем следующую цифру. 28. 28 больше, чем 24. Здесь мы можем уже начать делить. Возьмем по одному. 1 умножить на 4 – это 4. Запишем. Единицы под единицами. 1 умножить на 2 – получается 2. Десятки под десятками. 24. 8 минус 4 – получается 4. 2 минус 2 – 0. Отлично. Следующая цифра 8. Сносим ее. Получаем число 48. 48 делится на 24, оно его больше. Берем по 2. Дважды 4 – 8. Записали. Единицы под единицами. Дважды 2 – 4. Десятки под десятками. 48 минус 48 получается 0. Мы разделили число без остатка. Это 12. Следующий пример будет чуть-чуть сложнее. Мы возьмем 10260 и разделим на 36. Запишем в столбик. Нарисуем уголок. Внутри уголка поставим делитель. Итак, единица. Сначала первое число. Первая цифра. Единица на 36 не делится. Она его меньше. Следующее. 10. 10 на 36 тоже не делится. 10 меньше, чем 36. Берем 102. 102 уже делится на 36. И мы берем по 2. Дважды 6. 12. 2 записали. Один в уме. Видите, единицы под единицами, потому что мы рассматриваем только число 102 сейчас. Один в уме. Дважды 3, 6. Да, один в уме, 7. 2 минус 2, 0. 0 минус 7 нельзя. Занимаем. 10 минус 7, 3. А здесь уже ничего не осталось, потому что у единицы мы заняли. Получается 30. Правильно ли мы взяли по 2? 30 меньше, чем 36. Значит, правильно. Если бы это число было больше, значит, нужно было бы здесь брать больше. Сносим следующее число. 6. И у нас получилось число 306. Берем по 8. Отлично. 6 и 8. 48. 8 пишем. 4 в уме. Трижды 8. 24. Да, плюс 4 в уме. Получается 28. Начинаем отнимать. 6 минус 8 невозможно. Занимаем у нуля. У нуля занять нельзя, занимаем у сотен. Получаем 16 минус 8, 8. Здесь мы занимали у десяток, получается 9 минус 8, единица. И здесь у тройки уже на единицу меньше, получаем 0. 18. Сносим следующее число. Это число 0. Получили 180. 180 на 36 делится на цело, я знаю точно. Берем по 5. 5 у 6 получается 30. 0 пишем, 3 в уме. Трижды 5, 15. Да плюс 3, 18. Итак, мы разделили число без остатка. И ответ получился 285. Вот наше частное. Все?